Ну что ж, снова всем привет, дорогие друзья, по-прежнему на связи студия Arena 4Game, и мы с вами врываемся на третий завершающий матч на сегодня. Бойцы команды Клан Ливерпуль против команды Ломатели Кабин, посмотрим, кто кого перестреляет, карта Буря в пустыне, ну и в соответствии надеемся с вами на третий жаркий матч на сегодня. Так, ну давайте смотреть, дорогие друзья, ставочки сейчас тоже у нас стартанут, не переживайте. Ну что же, последний матч на сегодня, клан Ливерпуль против Ломатели. Ну что же, удачи командам и поехали смотреть первый раунд. Так, ну что ж, ребята попытаются сейчас, скорее всего, как-то занять позиции площади. Да, здесь уже от Кирхае вовсю полетели от Сопа. Аки залетает опенфраг на Катареза. Здесь же от Кьюзе есть пачка на Хоббитса. Так что будем смотреть, как ребята будут продолжать атаку. Но как-то оборона больно агрессивно играет в этом раунде. Сразу же занимается площадь, сразу же занимается верхнее кафе. И атака вообще ничего сделать не может. От Кьюзе залетает дабл килл. Здесь же Торрен пытается под Т-шкой что-то сделать, но по нему есть информация. Залетел уже демаш. И сейчас как-то бойцы с обороны стягиваются у нас с площади. Принимает решение отойти на более сейвовые позиции. От Коби залетает минус на собаку. Падает информация о том, что это проход именно в позиции Аплента. Но здесь еще и Торрен завершает эту атаку. Ну и посмотрим, как разыграет эту ситуацию. 1 в 4. Я ему не завидую. Здесь сразу его Коби накрывает. Ну что ж, первый довольно уверенный раунд от команды клан Ливерпуль. Ну, что же, начало положено. Причем очень хорошее для атаки. Посмотрим, смогут ли обороны здесь вообще хоть как-то противостоять своим соперникам. Классом выше команды именно Ливерпуль. А Мани Грэббер собирает Катареза. Неплохое начало. И здесь уже пошли в аркадные действия. Subconscious выходит у нас на длину. Здесь будет перестрелка с Кьюзой. Скорее всего, Кьюза у нас ближе всех находится именно к позиции длины. Ну и здесь пока что дают свои плоды. Аркадные действия со стороны Ломателей. И все. Нашли минуса. И надо отойти. По-хорошему, здесь вас никто дальше не вынуждает на аркаду. Ну и стреляться просто так, ради того, чтобы постреляться, здесь, наверное, не нужно. Так, ну что ж, смотрим. Все-таки сейчас как-то у команды клана Ливерпуль особо не складывается игра на втором раунде. Есть минуса, но здесь Коби пытается что-то сделать с тэшки, но тем временем Кьюза у нас отлетает моментально. Ну и там Сквик ему тоже не помог. От Коби еще одна пачка имеется, но 1 в 3. Да, Халсбар позволяет стрелять. Ой-ой-ой, Иллюзив, зачем же ты полез? Ну, сам поплатился головой. Там еще и Хоббитс есть у нас в тэшке. Ну, здесь, если бы Суашек не перестрелял, просто был бы эпик фейл. Но так, 1-1. Да, довольно быстро ребята из команды Ломателя смогли найти ответный раунд для себя. Ну и смотрим дальше. Аркадные действия на сторону центральной части карты удаются. Катарезу забирает Иллюзива, но собака размен по Торрену есть. Ой, Subconscious находит размен также по Катарезу. И здесь печальные новости для атаки. В меньшинстве они вновь прибывают у нас. Мани Грэббер у нас пока что отыгрывает в одного бэплент. А вот Коби, Сквики, Кьюза на позиции центральной части карты находится. Плюс на девятке сам Коби дает кавер на второй этаж. Ну и здесь Сквик, по идее, должен роль открывающего отыгрывать. Но находит минус Кьюза. Вот что неплохо. Здесь Хоббитс. Сейчас будет перестрелка со Сквиком, скорее всего. Если Хоббитс не пойдет в аркаду, то так или иначе Сквик выйдет на него. И у Хоббитса за счет более правильной и грамотной позиции будет вынуждена... Ого, Сквик вот это вылетел. Так вылетел Коби. Знает, что на первом этаже был игрок под никнеймом Я Собака. Ну и Мани Грэббер также. О нем не надо забывать. Коби находит минус по Я Собака. И Мани Грэббер в соло 1 в 2. Ну что ж, смотрим, смотрим, что же он будет делать. В принципе, два фрага наколотил, но... Да, наколотил, прям так и сказал. Два фрага всего сделал. Здесь Сквик попытается его остановить под позициями Аплента. Но по нему нету абсолютно никакой информации. Они все-таки имеются. Ну и Коби завершает все-таки этот раунд. Есть минус, есть второй раунд в активе команды клан Ливерпуль. 2-1 счет на табло у нас все-таки загорается. Ну и мы вновь выбиваем куда-то в лобби. Да, видимо, краш у игрока команда Ломатели. Ну, что же, по первым трем раундам можно сказать, что, в принципе, ни один, ни второй не дадут легкой прогулки своему сопернику. Поэтому ждем,
ждем, что матч будет действительно интересным. Пока что отпор дают у нас оборона. И чуть-чуть не хватило сейчас Мани Грэббера для того, чтобы забрать этот раунд. Чуть-чуть, может, прицельчик левее. Чуть-чуть пикселем повыше. И, возможно, голова по Кобе залетела бы. Но пока что капитан команды Кобе забрал раунд, тем не менее. Причем сделал минус по фуловому «Я собака». И также забрал Мани Грэббера фулового. Кобе здесь отыграл выше всяческих похвал. В принципе, а ему этого парня никогда не вставал, так скажем, под вопрос. Но и сейчас он это доказывает в очередной раз. Ну и не знаю, то ли новый это стак Кобе, то ли это просто микс на пару туриков, а может даже на один турик. Пока что под большим вопросом. Ну, не знаю, будет интересно понаблюдать за Кобе и его командой, которая будет нас в новом сезоне отыгрывать. Интересно, как далеко зайдут. Как далеко зайдут. Ну и вообще уже, по идее, у нас скоро, ну как скоро, после ПБИ-ка, я думаю, начнется новый сезон. Ну, примерно хотя... месяц еще. Ну да, где-то так. Так, ну ладно. Пока дожидаемся пятого игрока. Вообще интересно мне немного посмотреть на расположение девайсов у ребят. Как они с чем играют. Ну, я смотрю, тут 5 аугов. 5 аугов у команды клан Ливерпуль. А здесь у Ашки сразу же 2 уашек. И, в соответствии, 3 ауга. Как-то с крисами особо ребята не собираются играть. Мне интересно вообще посмотреть вот именно на действия с крисов. На лане очень активно ребята юзали данный девайс. Я смотрел, они с ним гоняли частенько. Но, не знаю, пока что он, видать, не приелся еще всем. Попробуйте, кстати, у кого он валяется в инвентарях, просто так. Я знаю то, что после появления УАшек про этот девайс все забыли, но, тем не менее, сейчас он более чем достойный соперник УАшкам. Так что доставайте, пробуйте, пишите свои фидбэки. Nice English. Школа Александра Невского. Александр Невский English School. Are you pro? Все, пошел троллинг. Yes, I am. Интересный никнейм у нас у товарища из команды Ломатели. Subconscious. Ты знаешь его перевод? Ну, если мне память не изменяет, это вообще довольно редкое слово, оно вообще редко используется, что-то типа сознание или что-то в этом роде, подсознание. Mm-hmm. По-моему, что-то в этом роде, но могу ошибаться. Сейчас загуглим, подожди секунду. Да, подсознание. Эй, вот он, English, German, English school. Вот где профессиональный английский. Да, yeah, it's me, hello. I'm from Russia, I'm 25 years old, Как американцы любят говорить, я помню, когда в 2010 году летал на практику в Америку, там настолько, да, вот англичане... отличаются от американцев именно в плане, да, там произношения, но вообще многие слова имеют определенно разные контексты, да и, в принципе, одни и те же слова могут означать абсолютно разные вещи. Ну и вот, когда вот, знаешь, английский язык учишь, допустим, в универе, там, в школе, тебя учат, там, прям, знаешь, такой вот дикции. Hello! Там, условно, my name is Maxim, I am 24 years old. Типа, ну вот, ну, настолько прям, знаешь, вот, вы говорите, а в Америку приезжаешь, my Max, I'm 24 years old, такой, знаешь, так я не проглатываю слова, и вот это вот очень классно звучит. Ну, английский... Звучит, может, и очень классно, но понимать это очень сложно. Нет, понимать его потом легче даже, чем английский, то есть он слух очень сильно режет, мне не нравится. Но поначалу все равно, знаешь, когда... носитель языка проглатывает некоторые слова, сложно понять его. Ну, начинающему, по крайней мере. Вот мне очень сложно было бы понимать, если бы мой собеседник не произносил четко слова. Я бы такой, чё?
What you say, man? What did you say, man? Ну, ну можно и так. Так нужно. Окей. Окей, окей, окей. Смотри, приедешь в Индонезию. А да? Там тебя комментаторы спросят. Там бразилец будет 100% такой высокий. Такой уже, ну, в возрасте такой парнишка. Я тайцев лет 28. Больше. Ну, тайцы будут само собой. Сейчас спросят. Hello, where is German? German, все. Накомментился. Хорошие ребята, на самом деле. Вот бразилец очень классный. Парнишка, вот он комментирует бразильский ПБ уже очень много лет, по-моему, там лет 5 уже, что ли. Классный парнишка, ты с ним подружишься и в белом танце кружишься. Ну, так вот. На автопате. Эри-тей-тей-тей-ри, танец комментатор. Ну, вообще, очень интересно, как все будет проходить там. Насколько я знаю, в прошлый раз не самым лучшим образом все прошло в Индонезии. Было дико душно в комментаторских кабинках, да и вообще по организации различных девайсов было не самым лучшим образом все сделано, но будем надеяться, что в этот раз все индонезийцы подготовят нам на ура. Так, ну у нас пока что игрок команды, по-моему. Блин, я помню его никнейм, но я забыл. Я помню, но я забыл. Там что-то сквизи или что-то такое. Да, да, да. Ну. Нет, подожди. Сквизи с сквик у нас слева. Ну или с... А, ну, нет, там нет, а там какой-то Ливерпуль. Такой, какой-то такой, какой-то такой уже никнейм у пятого игрока команды. Ломатель что-то там. Иллюзив. А, иллюзив, да, точно, точно. Ну, сквик, иллюзив. Прям рядом, Герман, вообще. Разницы нет. Вообще не чувствую. Не почувствовал разницы. Ну, слушай, он довольно долго заходит. Я думаю, ребятам пора бы начинать. Уже отведенные 5 минут на перезапор. А он тоже, наверное, на английский. Он тоже на английский пошел. А вот и иллюзия. Отлично. Почувствовал то, что жарено пахнет. Так, так, что там к судьям? И чё, и чё кого? Я тут все нормально. Чё кого? Кстати... Еще же у нас буткемп будет у ребят здесь, в Москве. Поэтому надо будет еще к ребятам заехать. Кстати, для тех, кто не знает, я снимаю такой мини-фильмачок для вас. То есть он, ну, он не то чтобы очень много будет идти, но он такой более какой-то живой будет. Так скажем, мини-фильм про квалификации, про буткемп и так далее. Так, такой маленький вам спойлер дам. Так что где-то после ПБИКа. В конце октября, наверное, этот видосик я сделаю. Постараюсь его хорошо смонтировать, чтобы был действительно как мини-фильм. Ну, до этого надо еще дожить, потому что если еще раз такие краши будут, я просто умру на этом кресле. Столько ждать уже невыносимо. Ну и 2-1. Пока что команда клан Ливерпуль у нас впереди. Играют за атаку, имеют пока что действительно хорошее преимущество на своей стороне. Ну и вот пошли в аркадные действия обороны. Катарес получает очень много пуль сейчас от Сабканшиса, но есть размен по собаке от Коби, и это уже 4 в 4. Но также залетает у нас дэмэдж по сквику, так что здесь пока что не самая радужная ситуация в атаке у нас обстоит. Но посмотрим все-таки, куда же направит свою команду Коби, как ребята будут принимать своего соперника. Иллюзив пытается отыгрывать на миду, но тем не менее играет очень агрессивно, может поймать пачку. Здесь Торрен пытается зааркадить своего соперника. Но все, уже на пикселя пошли. Ну, иллюзию так делать нельзя. Такие чеки делать нельзя, особенно когда тебя в пикселя просто пытаются прошить. Можешь отдаться на раз-два. Есть уже дамаг по иллюзию. Также зашел у нас дэмэдж по сквику. Ну, это я уже отмечал, окей. Сквик у нас сидит по-прежнему под миду. Вот это вышел, так вышел. Вот это молодец. Он уже, кстати, не первый раз выходит постоянно. Он здесь у стеночки постоял, постоял, такое о жизни подумал. Оп, вышел, пачку поставил. Все хорошо у этого парня. А тут Кюзан на длине перестреливает Сабканшиса, и это уже 2 в 4, и вот сейчас Мани Грэббер находит минус неплохо, но забирает также Сквика, отлично. И размена-то от Коби нету, она там на длине у нас уже затесался. Кюза, и Кюза находит минус по Хоббитсу, и остается Мани Грэббер в соло с 41 хитпоинтом. Коби, перестрелка, 23 хп у Мани Грэббера, и погибает. 3-1. Атака наращивает свое преимущество, тем самым доставляя все больше и больше неудобств своим соперникам
из команды Ломатели. Ну, смогут ли четвертый забрать атаку? Сейчас узнаем. Но, тем не менее, тройка в атаке — это уже довольно неплохой результат. От Иллюзиева залетает опен фраг. Здесь Коби попытается убрать собаку на верхнем этаже. Но и там уже от Хоббитса имеется аркада. Закидали хаешками. У нас полностью тэшку. Полетели припайры. От Рена есть минус. И размены на ланге. Ай-яй-яй-яй-яй. И также еще и прожали мид. Коби попытался здесь на агрессии сразу же поймать своего соперника. Не удалось. Там Хоббитс отошел немного вглубь площади. Ну и здесь Иллюзиев уже идет дожимать. Успешно. Так, ну что, поехали, дорогие друзья. Пока оборона все-таки дает бой, и могут они, в принципе, забрать еще 6 раундов, что было бы на самом деле очень хорошим показателем. Но также в теории вообще первый половин могут еще выиграть у нас ребята из команды клан Ливерпуль. Ну и пока что они первые шашки к этому делают в первом раунде. Ой, в первом раунде уже. В третьем раунде, прошу прощения, немножко подзависаю. Ну и Хоббитс у нас прооркадил позицию девятки. И Мани Грэббер забирает с Квика, но вот Коби забирает все-таки собаку. Торрент пробегает по мосту. А дэмэджа нету, не дает Хоббитс. Хоббитс вообще не палится до последнего и правильно делает. Но вот, правда, сейчас у Хоббитса будут проблемы. Находит минус по Кьюза, забирает также Катареза. И Кузю тоже забрал, всех забрал у нас. Бедный. Торрен остается в соло. Только было с ним три еще тиммейта, но теперь вообще в городом одиночестве. У кого еще будут проблемы, говорит Хоббитс, вылетает и просто срезал практически всю команду своего соперника. Ну что ж, Торрен в соло, сотка на холсбаре в руках, аук, все хорошо у этого парня пока что. Можно Хоббитса принимать на дальней дистанции, да, хоть у него еще остались парные ОА, но тем не менее, можно еще что-то делать, пытается развести своего соперника на звуки. Кстати, да, еще одна отметочка сейчас, когда берешь это C5, то... Ой, C4. Или C5, все правильно я сказал. Что-то, Максим, C4, да. То тебя слышно очень далеко. Вот эту смену именно на C4, так что посмотрим, как сейчас отыграет Торрен. Ну, там уже Хоббитс стягивается на пески, прекрасно, есть информация по своему сопернику. Если сейчас вдвоем зайдут, то все прекрасно будет. Если полезут по одному, то Торрен может раскидать. Аксап, кажется, забирает этот Хоббитс. Хоббитс тоже погибает. Но всего 6 хп, кстати, оставил Торрену. И Хоббитс действительно мог стать героем этого раунда. Но нет. Но нет. Это уже какой у нас? Счет на табло 4-2. 4-2. Да, 4-2. Слушай, здесь пока что атака вообще себя чувствует по-козырному. Потому что еще раунд, если они забирают, то они вообще выигрывают атаку. Ну, и как минимум уже шестерки не видать ребятам из... Ломатели. Ну что же, Мани Грэббер, энтрикил по сквику оформляет, там же еще и Кьюза, скорее всего, погибнет, Сабканшес по нему очень много дэмэджа выписывает, хотя Торрен его разменивает, но и Мани Грэббера 21 хп, надо быть очень аккуратным, вот здесь Иллюзиев на тройке будет хелповать, Мани Грэббер погибает, выход на тройку, Иллюзиев здесь, конечно, действительно заиллюзировал своего оппонента, и сейчас Коби остается в соло, 1 в 3, уже 1 в 2, собака погибает, но вот, правда, по Хоббитсу есть информация, Коби забирает еще его, ну и теперь... Иллюзиев. 2 минуса красивых уже оформил. Давай и трипл килл. Ну, в принципе, здесь 20% здоровья у соперника. Можно вполне это делать. Но если сейчас залетит какой-то хуй... Что это было? О май гад. Это вообще законно, что он сейчас поставил. 4-3 счет на табло. Но клан на Ливерпуль по-прежнему в деле. Происходит сейчас? Это команда Ломатели, которая выигрывает невыигрываемое и проигрывает выигрываемое. Ну, по крайней мере, первая половина уже, можно сказать, со 100% вероятностью уходит команде в клан Ливерпуль по собаке. Сейчас есть вся необходимая информация. Здесь Торрен просто говорит, что ты стреляешь. Угомонись, товарищ собака. И это...
пятый раунд. Еще табло 5-3, и как бы шестой сейчас за атакой не залетел. Потому что если будет 6-3 за атакой, я думаю, обороне на смене сторон будет вообще тяжело. Ну, посмотрим, может быть, оборона вообще не к черту будет у команды клан Ливерпуль. Так что будем смотреть. Но пока что у нас последний раунд первой половины. Откиды ХАЕ под пески у нас заходят. Ну и, соответственно, там в упоре уже готовится принимать скрисов. Но и как-то Кюза здесь с Катарезом особо не торопится заходить. Давайте за Катарезом. Ага, посмотрели за Катарезом. Моментально поймал пачку от Money Grabbers. Но и сейчас, если попытается зайти опять по одному, то тут просто на перекрестный огонь с дуалов ребята разберут своих соперников. Нужны хаешки, нужна хелпа в спину. Ну, попробуй забрось еще эту хелпу. Но здесь на длине Кюза оформляет минус 2 скрисов, прорвал в длину. Но сейчас Хоббис находит по нему размен, а вот Коби здесь в ноль, роль запирающего отыгрывает. Торрен на парыче. О, вот это выпрыгнул я собака в полный рост. Ну и это ужаснейшая первая половина от команды Ломатели. Но были индивидуально красивые моменты от игроков этой замечательной команды. Но все-таки результат неутешительный. После первой половины отдают они сильнейшую сторону. И теперь команда под руководством Коби должна здесь выиграть без вопроса. Так, ну что, есть смена сторон, смотрим, смогут ли они выиграть без вопросов или нет. Все-таки Ломатели могут включиться в игру и в атаке. Все мы с вами прекрасно уже знаем то, что наши игроки просто любители ломать стереотипы. В соответствии мы можем предполагать с вами то, что здесь атака не самая лучшая сторона, из-за нее по сути надо сливать. А сейчас парни из команды Копатели, все, пацаны, меняем название тимы, нормально. Ломатели кабину просто возьмут и развалят на атаке, всякое может быть. Лопатели, копатели, что вообще со мной сейчас было, я не понял. Ну что, дорогие друзья, вторая половина. Вторая половина стартует прямо здесь и прямо сейчас. Ломатели, к сожалению, ко всеобщему, наверное, ну и, по крайней мере, к фанатам этой команды, упускают очень хорошую возможность завладеть преимуществом после первой половины, поэтому в роли догоняющих будут продолжать вторую, правда, уже за атаку, что действительно не является очень радующим фактором для них и для их болельщиков. Ну, смотрим. Агрессивные действия сразу же от обороны следует. Кюза забирает иллюзию на первых же секундах раунда. И здесь Коби Десайда также будет принимать собаку. Но собака отличное индивидуальное действие заставляет все-таки стянуться команду ФК Ливерпуль, и здесь КТРС тоже падает, вот что неприятно. Но собака здесь взял на себя всю ответственность и потащил команду за собой, браво. Но здесь еще под железом он находится, и, скорее всего, Торрен тоже погибнет. Ну да, здесь от собаки трипл килл минус Торрен, но далее все-таки Сквик наказывает своего соперника. Был поставлен фугас, ситуация 2 в 3, вполне все играбельно, но там за спиной еще у нас находится проказник Хоббит. Сейчас будет выходить к Сквику, 14 хп, ну и, соответственно, минус. Кюза остался 1 в 3. Ну, не знаю, как он такое потащит. Там все-таки и дуалы по-прежнему имеются у ребят. И вот так вот. Кюза ловит пачку. Это все-таки четвертый раунд в активе команды Ломатели. 6-4 счет на табло. Первый раунд в атаке удался. Но и то он удался, потому что собака просто жестко проперся под позициями Б-сайта. Сможет ли он повторить? Сейчас посмотрим. Так, ну и что же. Пока что атака доминирует вновь. Правда, уже за атаку играют ребята из клана Ливерпуль. Ну и сейчас Иллюзив получает очень много дэмэджа. А, нет, кстати, за атаку-то сейчас у нас играют ребята вообще из Ломателей. Да, что-то я немножко ошибся. Ребят, ладно, Сквик, размен по Иллюзиву моментальный есть. Хоббис также есть. Минус по Катарезу неплохо. Сквик с табакой снова делают по минусу. И 3 в 3 на карте. Но опять же, здесь уже Б-плен завоеван игроками атаки. Сквик не торопится идти выбивать свои какие-то коренные позиции. Сапканшес выходит на лонг, но ошибка приводит к тому, что команда атаки сейчас находится вдвоем. Правда, на поставленной бомбе. У собаки хорошая позиция. Также и
У Мани Грэббера неплохо все и по ХБ, и по позиции. Ну и посмотрим, как Кьюза. Кьюза погибает, дает информацию сразу же. И есть размен. Отлично, есть размен от обороны. Ну и посмотрим за Мани Грэббером. Торрент. Торрент 46, 24 ХП. И Торрент перестреливает. Хотя, казалось бы, в макромоменте Мани Грэббер вроде и на голову навелся. Но здесь что-то помешало игроку команды Ломатели сделать этот фраг. Тем не менее, счет на табло становится 7-4. И 3 раунда до победы команде клан Ливерпуль. Ну что ж, смотрим, все-таки здесь очень слабая точка под Б-сайтом у ребят со стороны команды клана Ливерпуль. Ребятам нужно срочно там что-то делать. И опять здесь залетает опенфраг со стороны команды Ломатели. От Хоббитса есть минус, падает у нас Хобби, далеко большие потери несут ребята команды клана Ливерпуль. Но там Катарес попытается сейчас закрыть, как-то хлопануть своим тиммейтом под этой позицией. И пошел косить, отлично. Но здесь Мэйни Грэббер не прощает вместе с Хоббитсом, есть минус А, ситуация 2 в 4 уже, 1 в 4, но Кьюза, я тебе не завидую. Ну как-то надо с Ивови играть под Б-сайтом, что ли. Зачем столько раз выходить на аркаду? Сядьте вы перекрестным, да принимайте. В чем проблема? Да не, подожди, сейчас они еще парочку раундов так отдадут своим соперникам, когда поймут, что попец-то подгорает уже. Тогда и будут играть нормально. Ошибка, это опять же показывает непрофессионализм коллективов. И зачастую я это отмечал и в том сезоне, и в позатом сезоне, и всегда отмечал, что когда команда, ну, действительно, начинает выигрывать очень уверенно, она идет уже просто, знаешь, ну, доламывать. И, то есть вести себя как-то, ну, слишком с распростертыми объятиями выходить на любую точку карты, это неправильно. Профессионализм заключается в том, что ты хорошо и качественно делаешь свою работу, что ты умеешь делать победу. Не то чтобы, знаешь, что это натянутый за уши, а просто качественно выиграть. Не идти там уже на показуху аркать или что-то еще, просто качественно выиграть, отыграть свою стратегию. Ведь так или иначе, официальные матчи — это подтверждение твоих праков. Одно дело, если ты микс, ну а другое дело, если ты команда играешь праки, то и идешь, начинаешь это страдать Йоло Гейминг, это вообще плюсом команде Карми не является. Но здесь проспали мидл тем временем, но вроде как Сквик уравнял ситуацию. Есть минус на Хоббиса. Иллюзив дали моментальный размен. Коби фраг, но здесь попытается как-то Мэнни Грэберс вместе с Иллюзивом зайти под кафе. Но вдвоем против четверых будет очень сложно. И все-таки сейчас закрываются бойцы команды клан Ливерпуль. И сейчас будет выбивать им вдвоем очень сложно. Но Торрен выглядывает опять же на мидл, сбривает там Иллюзива. И остался один Мэнни Грэберс. Есть информация по пескам. Там у нас отыгрывает Коби. В соответствии падает инфа, то что это верхнее кафе. Сейчас его закроют со всех сторон. Но и уйти отсюда будет ой как непросто. Так, ну и что, Мани Грэббер, последняя надежда, команда Ломателя, сможет ли Мани Грэббер сломать? Нет, но он просто выходит, и здесь, на самом деле, даже от третьего лица бы не успел среагировать Мани Грэббер, если бы даже ему дали информацию, то так или иначе было бы все печально. 9-5 на табло, пока что 4 матчпоинта выглядят очень легкой добычей для обороны. Ну и сейчас пошли уже в аркаду вновь. Иллюзив находит минус по Кьюза. И Катарес размен есть по Сапканшусу. Но опять же, втроем на девятке. Это бардак, дорогие друзья. Мани Грэббер находит все-таки размен по Дмитрию Кокошникову. И сейчас 3 в 3 на карте. Торрен, Сквики и Коби Десайдед против Собаки Хоббитса и Мани Грэббера. Ну что же, здесь уже спалился на центральной части карты у нас Сквик, его подрывают неплохо. Ну что же, сейчас атака должна цепляться просто всеми руками, всеми ногами за этот раунд. Ну и в принципе, ребята направляются уже по позиции Б-плейнта. Собака сбривает своего соперника. Торрен остается в соло. Один против троих. Ну куда ж ты отворачиваешься? Ну зачем ты? Хоббитс выходит прямо перед лицом, прямо перед носом вышел, но тем не менее он решил, не хочу с тобой стреляться, не буду. Отворачивается от своего соперника, ну и в соответствии отдает этот раунд в актив команды Ломатели. 9-6, счет на табло, преимущество 3 раундов пока что за командой клан Ливерпуль, но тем не менее, если сейчас ребята будут продолжать расслабляться, то тем не менее могут слить до дополнительных, а там кто знает, что произойдет на допах. Опять же, собака уже аркадит мидл, здесь засмочили полностью весь обзор со сайта, почему бы не зайти, но нет, все-таки решили отойти назад, и от Торрена залетает опенфраг на Иллюзива. Ну, причем вот Иллюзив сейчас выходил абсолютно неподготовленным под первый этаж. Сапканшус даже им кавер не дал. Ну, а здесь Катарес идет аркадить лонг. Ну и Катарес оформляет 3 минуса в ряд. Торрен ставит жирную точку в этом матче. Это 10-6. Довольно легкая победа для команды. Под руководством Коби клан Ливерпуль побеждает в этом матче со счетом 10-6. Ну и
переходим к нашим ставкам. Как говорится, к нашим баранам. Так, ну и что, 10-6 в пользу ломателей нет, 10-5 Ливерпуль, 10-6 Ливерпуль есть, нет. Да, поставил у нас на Твиче топовый 10-6 на Ливерпуль, а на Ютубе, Тубе. На ломателей здесь очень много ставили. И на Ютубе нет правильного ответа, нет правильной ставки, дорогие друзья, поэтому на Ютуб отправляется код без последней цифры, а топовый получает кодик на Твиче. Так, ну что, дорогие друзья, сегодня мы с вами покатали фаны со зрителями, посмотрели три увлекательных матча в турнире «Боевые будни 340», завтра будут 341-е, следите за новостями в группе Point Blank Esport Official Public, в соответствии будем смотреть там на буткемпы, когда ребята будут уже в Москве, Германию все это будет снимать, скоро нас ждет наш долгожданный ПБИК, будем топить за наших ребят, ну а пока что будем с вами на рядовых турнирчиках. Мы с вами на сегодня прощаемся, в студии для вас работал я, Максим Чеев, Герман Громов, до завтра.